канун нового учебного года вопросам безопасности детей особое внимание. Речь не только про вирусы. Так, на территории 21-й гимназии продолжаются работы по капитальному ремонту ограждений. Согласно субсидии, нам было выделено 3 миллиона 882 тысячи рублей. Дизайн-проект был разработан совместно со строительной компанией, учитывая направленность учебного заведения. После проведения конкурса был определен подрядчик. Им стала строительная компания «Дельта-Строй». Заборы тут самобытные, на них поочередно изображены глобусы и раскрытая книга. Проект был сделан специально для образовательного учреждения. Впрочем, дело не только в эстетике. В рамках выполнения требований антитеррористической безопасности планово в этом году проводится ремонт и установка ограждения 21-й гимназии. Это обусловлено постановлением правительства Российской Федерации от 2019 года номер 1006 и является приоритетным. Работы идут согласно утвержденному графику. Оценить концепцию с глобусами и книгами сможем уже в ноябре.